Еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители. В эфире утренняя программа на канале НБТ «Улыбайся». С вами я, Зарина Хасанова. На календаре сегодня 29 января, и это день автомобиля. По этой причине сегодня мы говорим о различных машинах. А вот сейчас у нас будет очень интересная беседа с очередным гостем. И это Мидер Кайлубаев, изобретатель, создатель автомобиля «Тулпар Карагер». Очень интересно. Доброе утро, Мидер. Как ваше настроение? Утро доброе. Утреннее. Угу. Утреннее это какое? Ну, такой положительный настрой, когда утром просыпаешься, да, думаешь о чем-то хорошем, тем более, когда занимаешься чем-то интересным, то всегда постараешься на положительный лад. Угу. Отлично. Насколько мне известно, в позапрошлом году вы представили автомашину отечественного производства под названием «Тулпар Карагер». Вот мне очень интересно, как пришла в голову эта идея? Ну, эта идея вообще зародилась, наверное, с раннего детства. Все знаете, что все разные достижения зарождаются с детства, как мечта. И постепенно к этому идешь и реализуешь свои планы. И почему «Тулпар Карагер»? И почему именно в 2014 году, наверное, всему свое время. И постепенно эта идея обретала свои какие-то некие черты, и в итоге в 2014 году воплотился в реальность. Ну, вы как-то вначале, быть может, прорисовывали эту машину, делали какие-то эскизы. Самое удивительное. Очень такой агрессивный внешний вид, да. Смотрела эту машину. Да, согласен. А самое удивительное, что этот проект зарождался, не могу сказать, что не годами или там месяцами, он зародился буквально за пару часов. Вот так. Да, потому что, видимо, была идея, была мысль, и просто, может быть, какие-то сигналы были, исходили, и все это обрабатывалось, и в итоге он был реализован таким именно образом. Насколько мне известно, на сборку машины у вас ушло около 50 тысяч долларов. В районе, вот, да. Вы говорите, вот, моментально родилась идея. А вот как долго создавали сам автомобиль? Ну, получается, у нас 7 месяцев ушло на разработку проекта. Ведь, я так полагаю, нужно иметь какое-то еще техническое образование, либо вы, вот, у вас команда была такая разноплановая. Да. Расскажите подробнее, пожалуйста. Вы правильно заметили. Кстати говоря, да, у нас разноплановая. И у нас и были специализированные механики, были люди, которые работали по кузову. Соответственно, у нас была такая, можно сказать, идиллия. И мы в гармонии с этой командой создавали этот проект. Получается, я был как инженером-конструктором, так. А ребята были как исполнители, и в совокупности, учитывая их получается, образование, их знания, мы применили на этом проекте. Отлично. Вот сейчас наши телезрители могут лицезреть, как выглядит машина «Тулпар Карагер». Вот в одном из интервью вы говорили, что в этом автомобиле прослеживается некая кыргызская философия. Скажите, пожалуйста, в чем она проявляется? Ну, она в первую очередь проявляется по названию. Вы, наверное, сами заметили, что она не перенята с зарубежных, каких-то, может быть, лингвистических терминов. Мы применили именно локальное название для того, чтобы характеризировать именно саму идею, чтобы, когда люди понимали, что название «Тулпар Карагер», люди сразу понимали, что это близкое к ним, что-то свое, родное. И по этой причине мы назвали его «Тулпар Карагер». Ну, «Тулпар» — это крылатый конь Манаса по эпосу. Тем более мы взяли некую аналогию с этого Манаса, это с эпоса, точнее, элементы крыла, когда дверь открывается вертикального взлета, к примеру. Это тоже олицетворяло крылатого коня. И почему Карагер — это черный, у нас, можно сказать, Карагер — такой конь с черной гривой. Соответственно, у нас аналогия была тоже по цвету автомобиля именно с этим конем. Очень интересно. А вот, кстати, где эта машина сейчас? Сейчас как эта она? Машина у нас в гараже, у друзей. Она поживает хорошо. Почему мы его перестали вывозить на улицу? Да, потому вот, что мы, к сожалению, его не регистрировали в ГАИ. По этой причине у нас было, когда мы предварительно выезжали на презентацию, у нас был разрешительный документ в виде письма у руководителя так. ГАИ. И по этой причине мы могли спокойно транспортировать по городу. А сейчас у нас закончился, правда говоря, именно срок истек, и по этой причине мы не можем выезжать. То есть это уже невозможно? Ну, не могу сказать, или что невозможно, вот но решить, если это, это решить можно, но в данном случае нет целесообразности для этого. То бишь, вот мне очень интересно, кстати, вот посыл какой был? Вы хотели эту машину продать, вы хотели, чтобы она стояла у вас в гараже, иногда выезжать как-то самостоятельно? Вы знаете, наверное, первостепенно у нас задача была построить его. Попробовать свои возможности, сможем ли мы вообще реализовывать такие проекты. И то, что мы выезжали, это мы хотели просто людям показать не только по интернету, но и плюс воочию, чтобы люди могли потрогать, посмотреть, посидеть и понять, какова была работа проделана по факту.
И по этой причине мы выезжали, да. А вот мне очень интересно с точки зрения шоу-бизнеса. Вот сегодня наши артисты любят изощряться, и вот я посмотрела, как выглядит ваш автомобиль. У меня вот сейчас сразу возник такой вопрос. А вот не просили ли вашего железного коня для съемок, я не знаю, в какой-нибудь кинофильм, в клип? Да, был такой случай. Не то, что был, а были такие случаи, когда предлагали приехать на премьеру, принять участие в художественных фильмах, в клипах. Но мы ограничивались. Единственное исключение мы сделали для одного клипа, вот его как раз таки и применили, но это по истечении определенного срока. Угу. Отлично. Потому что, вы знаете, когда бывает, когда кому-то ты даешь, предположим, продукт, но и многие начинают обижаться, почему вы им вручили, а нам нет, и чтобы такого не было, казуса, и мы решили пока не презентовать, можно так сказать. Ну вот мне на самом деле обидно, что такая вот красавица стоит запертая в гараже. Ну, знаете, может быть, на то есть причины. Потому что, может быть, в какой-то мере интересно, когда порционно предоставляешь информацию, это создает больше резонанса, нежели чем когда он касается ширпотребом. Ну, это чисто мое личное мнение. Понятно. Еще раз доброе утро, наши дорогие друзья. Напоминаю вам о том, что сегодня мы говорим о машинах именно по той причине, что сегодня день рождения автомобиля. Ну и, конечно же, как всегда, я призываю вас всех звонить к нам в прямой эфир по номеру 90-31-21. Задавайте вопросы нашему гостю, передавайте приветы. Ну и, конечно же, вот вопрос нашего сегодняшнего эфира. Давайте обсудим курьезные случаи за рулем. А быть может, у вас есть машина-мечта. Кстати, подойдите к ответу творчески, не обязательно называть какую-то марку. Быть может, вы мечтаете о магазине, ой, простите, о машине, у которой никогда не будет заканчиваться бензин, скажем. Или, допустим, она будет летать. Одним словом, самые оригинальные и интересные ответы приветствуются. Наш студийный номер 90-31-21. Сегодня мы разыгрываем приз от наших партнеров. Это подгузники Bambino. Ну, а пока мы движемся дальше, у нас на очереди кулинарная рубрика. Давайте посмотрим, что же сегодня приготовит мой ведущий. Пазылджан Илимов. Все внимание на экран. Еще раз приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам, друзья. Звоните к нам в прямой эфир по номеру 90-31-21. Вы можете задать вопрос нашему гостю, вы можете передать приветы. И, конечно же, у вас есть замечательная возможность выиграть приз от наших партнеров. И это подгузники Bambino. Рассказывайте о курьезных случаях за рулем, рассказывайте о машине мечте. В общем, все ваши ответы, мнения и звонки приветствуются. Тем временем напомню, что сейчас со мной в студии находится Мидер Кайлубаев, создатель автомобиля Тулпар Карагир. Вот мне очень интересна реакция зарубежных стран на ваше изобретение. Каким оно было? Ну, знаете, даже можно сказать, это не так как изобретение, это как реплика, наверное. Больше всего реакция зарубежных стран это было именно наших сограждан, можно сказать, кыргызстанцев. Потому что самое удивительное, потому что когда ты сам сталкиваешься с этим и понимаешь реакцию, здесь, в Кыргызстане, реакция была более лояльной. То, что да, здесь в Кыргызстане произвели, и немного было такое, патриотический акцент. Но этот патриотический акцент очень сильно ощущается именно за рубежом. Видимо, люди скучают, наверное, по своей родине. Так. И отзывы были от Новой Зеландии, заканчивая Калифорнией. И реакция была неожидаемой, то есть оно все произошло. Письма были ежедневные с текстом того, что что-то интересное происходит в Кыргызстане. Это очень, говорит, нас радует, потому что нам, говорит, не стыдно показывать своим друзьям, что у нас в Кыргызстане происходит в плане именно каких-то техногенных проектов. Вот. И реакция как раз таки, там были хорошие отзывы, но и плюс хорошие пожелания, чтобы мы не останавливались на этом, могли созидать и создавать, чтобы их стимулировать, что вот именно они из Кыргызстана. Мидер, скажите, пожалуйста, планируете ли вы разрабатывать еще какие-нибудь спорткары? Есть ли новые проекты? Абсолютно верно. Когда начинаешь заниматься этим, это как некий допинг, это или как некая мотивация для реализации новых идей. В свою очередь, по проекту Карагир мы научились очень многому, набрались хорошего опыта, и в свою очередь этот опыт хотели бы интегрировать на новые проекты. Даже могу маленький открыть секрет, Вот, кстати, да, расскажите нам подробнее, нам интересно, что вы будете делать. Мне тоже, честно говоря, очень интересно, чтобы так это получится. Но мы надеемся на лучшее, и в свою очередь то, что продолжение моего разговора, то, что мы получили от Карагира опыта, мы хотим внедрить его именно в новый проект, который мы сейчас уже строим. Уже буквально, уже около 7 месяцев, как мы этим занимаемся. Ну, вы намекните уже нам хотя бы, что это будет. Да, это будет спорткар, задним мотором с положением двигателя.
около 500 лошадиных сил. Такой интересный автомобиль в своем роде. И я, наверное, вот опишу в двух словах. Это будет спорткар, так аналог зарубежных классов, как Lambo, Lamborghini или Ferrari. Потому что, ну, конечно, может быть, это громко звучит, но по факту, по завершению вы сделаете свою оценку. Угу, отлично. Но я так полагаю, это уже будет, наверное, какой-то яркий, сочный такой абсолютно цвет. Верно. Да? Да. То есть это будет полная противоположность. Это да. Это будет яркое, сочное. Вы правильно заметили, кстати, вы прям чувствуете. Угу. Вот. И в свою очередь, конечно, там тоже есть своя философия, так, внедренная. Но это, наверное, когда мы спрезентуем, я уже более детально расскажу об этом. Угу. А вот мне интересно, на какой машине вы передвигаетесь сами? Сейчас на Мерседесе С-класса. Угу. А вообще, какие вот вам машины нравятся? Вообще, есть ли у вас своя мечта, машина-мечта, вот, на которой бы вы сами ездили? Не да, просто есть. Вот, чтобы она где-то стояла? Абсолютно верно. Какая машина? Именно та машина, которую мы сейчас строим. Угу. Да. То есть, если все получится, вы будете на ней самостоятельно, да, конечно, ездить? Она конечно. Не будет стоять в гараже, как вот абсолютно предыдущий. Верно. Почему? Потому что мы учитываем все технические и характеристики по части безопасности, по части эргономики, чтобы все это соответствовало определенным требованиям дорожного движения. В свою очередь, мы все это при сборке все это учитываем для того, чтобы получить регистрацию, получить техпаспорт для данного автомобиля. Угу. Мидер, а мне очень интересно, вот как вы относитесь к девушкам за рулем? Многие опасаются вот этой фразы. Потому что вы, наверное, сами как бы участница дорожного движения, вы понимаете. Но нельзя квалифицировать, что девушки тоже плохо водят. Нет. Это в силу разных обстоятельств, так сказать. Но я чувствую в ваших словах, что не доверяете девушкам за рулем. Или да, нет? В моем случае, вот, по моей практике не было такого, чтобы со стороны девушки были некие какие-то казусы ситуации, поэтому я не могу так резко комментировать это. Но я не отношусь плохо или хорошо, я отношусь так же лояльно, как и водителю равностепенно. Mm-hmm. Mm-hmm. Забыла один вопрос вам задать. Вот вы ездите на Мерседесе, как вы уже сказали, да. А вот вы как изобретатель, как человек, который любит внедрять что-то новое, да. Быть может, вы как-то оттюнинговали свою машину, что-то сделали, как-то ее, вот, так сказать, подшаманили. Очень хороший вопрос, как раз я над этим думал, но все средства, которые мы, можно сказать, зарабатываем, мы инвестируем на новый проект, так как mm-hmm. проект у нас не из дешевых, по этой причине мне приходится туго завязать ремни и, соответственно, интегрировать на новый проект. Так бы, конечно, с удовольствием. А что бы вы сделали? Вот если, допустим, забудьте про этот проект, который сейчас есть у вас, вот если пофантазировать немножко, что бы вы изменили, что бы вы добавили, а быть может быть убрали? Я бы покрасил автомобиль. Ну, давайте, чтобы нам вот понять, какого он цвета у вас сейчас и что бы вы хотели получить. Он сейчас серебристого цвета, это классический цвет. Я бы хотел, наверное, более терракотовый. Такой смесь ярко-оранжевого с ярко-красным. Очень интересно. Да, это очень интересно. Я вам скажу. Вы знаете, даже в какой-то момент я даже открыл некий секрет оттенок будущего проекта. Почему мы этот цвет интегрировали? Для того, чтобы... Вы сами знаете, что в машине, в городе очень много таких серых оттенков. То есть белые, стандартные оттенки. Темных классических оттенков. Да, классических оттенков. И мы бы хотели немного выделяться. Первоначально наш проект, он должен был быть белым. Как все-таки начало, старт, что-то такое новое. И подумали, может быть, сливаться. По этой причине мы решили немного сделать контрастно и применить этот оттенок. Чтобы не только по эргономике, по архитектуре был отличался, но и плюс по цвету. Ну, я думаю, машина такого яркого, сочного цвета точно не останется незамеченной. Желаю вам успехов. Спасибо. В ваших начинаниях. И вот в завершении нашей беседы еще один вопрос. Прилежный ли вы водитель? Как часто нарушаете? Вы знаете, не могу, что не скажу, что я буду хвастаться, но я ни разу от ГПС мне не отбирала права. То есть я сторонник. Ни один раз, ни разу в жизни у вас не отбирали права. Да, да, ни разу в жизни не отбирали, у меня стаж уже более 10 лет. Какие чудеса. Не знаю, вот пожму вам руку, действительно. Дорогие друзья, возьмите пример с нашего гостя. У него ни разу не отбирали права. Уму непостижимо. Замечательно. Ну, спасибо. Действительно, удивили меня. И вот в завершении беседы пожелания нашим телезрителям, быть может, какое-то там напутственное слово водителям. Ну, я, наверное, больше скажу напутствие именно водителям по части отношения к пешеходам, чтобы уважать друг друга, так как это все-таки некая дисциплина. Уважать друг друга, уважать пешеходов, пешеходы уважали водителей. И, в свою очередь, мне кажется, мы таким образом и воспитаем наше такое здоровое водительское общество.
Ну что же, большое спасибо за беседу. А, дорогие друзья, напоминаю вам о том, что сегодня у нас в гостях был Амидер Кайлубаев, создатель автомобиля Тулпар Карагир. Будем ждать создания нового автомобиля. Обязательно посмотрим, что получится. Тем временем мы, дорогие друзья, двигаемся дальше. И у нас, как всегда, на подходе новости. Сейчас я хочу передать слово своим коллегам. Все внимание на экран.